Девятая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КАМАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Ханкенди-Сугвашан-Кельбаджар и доставила около 60 тонн груза для восстановления системы энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов жилых домов в Кельбаджарском районе, в том числе электрооборудование, строительное оборудование и материалы. Всего при содействии российских миротворцев 9 колоннами автомобильной техники было перевезено более 1400 тонн гуманитарных грузов.